Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет коротенькое видео, что не должно быть у колдунов, которые встали на этот путь. Итак, у них не должно быть эмоций, чрезмерных эмоций, особенно при практиках, когда они проводят. Не должно быть совести, стыда, боязни. Потому что если колдун испытывает совесть, то это уже не колдун. Это так, все сводится к зеро, к нулю. Они не должны бояться чего-то лишиться. Не должны бояться бумерангов. Что такое бумеранг? Если вы смотрели предыдущее видео и читали статьи в Дзене, то это совесть, простая совесть. Что такое совестливый колдун? Ну, это, скажем так, просто эмпат, и которого часто наказывают высшие силы. Не боятся наказания высших сил, потому что высшие силы – это урок, а не любого. Это воспринимайте не обязательно как наказание, да? Это событие жизни. Если вы об этом все время думаете, то ни о каких колдовских практиках не может быть и речи. Друзья, вот такое вот у нас коротенькое видео получилось. И не должно быть никаких привязок к родне. Это слово «родня» объединяется все. Родители, дети. Ну, у кого еще кто есть? Сестры, братья. Дяди, тети, все, что для вас важно. Работа, карьера. Это уже не родня, а объединяет слово привязки. Друзья, надеюсь, вы поняли, что я имею в виду, и будете практиковать правильно, если вы этого хотите. Всем спасибо, пока, до новых встреч!